четверг с застрявшего в Антарктике российского экспедиционного судна наконец-то удалось эвакуировать всех пассажиров. В операции принимали участие китайцы и австралийцы. Судно «Академик Шакальский» находилось в ледовом плену примерно в 1500 морских миль от берегов Тасмании больше недели. Помимо 22 членов российского экипажа, на борту были 52 пассажира, ученые и туристы, в основном новозеландцы и австралийцы. Несколько раз к судну пытались подобраться другие ледоколы, но из-за толстого слоя льда, который в некоторых местах превышал 3 метра, им этого сделать не удалось. Тогда было решено эвакуировать людей на вертолете с китайского судна «Сюйлун». Впрочем, и это получилось не с первого раза. Несколько дней мешала погода. Наконец, людей удалось вывести небольшими группами. Операция заняла около 5 часов. При этом члены экипажа «Россияне» не стали покидать «Академика Шакальского». Они будут оставаться на судне до тех пор, пока погода не смягчится и им не удастся вызволить его из ледового плена. По данным МИД России, весь экипаж здоров и угрозы жизням людей нет. Спасенных пассажиров доставили на австралийское судно «Аурора Австралис», и в настоящее время все они находятся в безопасности. Но путь до Большой Земли займет еще около 2 недель.